В феврале прошлого года ООО «Промикс», компания-застройщик поселка таунхаусов Рублевское Полесье, приняли решение совместно с администрацией сельского поселения Успенское к 70-летию победы в Великой Отечественной войне на территории деревенского кладбища возвести памятник. Место для него специально не выбирали. Им стала братская могила, на которой еще с советских времен стоял обыкновенный крест. От местных жителей представители компании «Промикс» узнали, что на кладбище в 1941 году были захоронены неизвестные солдаты, которые одни из первых приняли на себя удар немецких войск. По словам представителя компании-застройщика Андрея Андреева, в поселке пересказывают различные версии происхождения захоронения, среди которых и доподлинно известные. Истории ходят разные, но доподлинно известно, что летчик на самолете, который охранял Москву от немецких самолетов, был здесь где-то сбит в этом районе, и местные жители, когда обнаружили его, захоронили его вот здесь, и еще было несколько солдат. Если мы спустимся с вами в деревню Дунино, там тоже есть захоронение времен Великой Отечественной войны, там даже есть остатки дотов, пулеметных гнезд, которые тоже сохранились там в том или ином виде. И как бы после этого начали солдат вот здесь хоронить. Узнав всю историю, в «Промиксе» было принято решение установить на территории кладбища символ, который будет хранить память о героях, погибших в этом районе. В феврале прошлого года был разработан проект памятника. Его изготавливали около 6 месяцев. В композиции использовано несколько видов мрамора. Ее украшает достаточно сложная фигурная резьба. Вес памятника около 4 тонн. Чтобы доставить его до места, понадобилось 4 грузовых автомобиля. А чтобы он занял правильное устойчивое положение, архитекторам пришлось менять остов и заново бетонировать всю поверхность. Теперь место у братской могилы приведено в порядок. Вокруг облагорожена территория. Сделан удобный подход к памятному месту. Надпись на памятнике говорит о благодарности потомков за героические дела и поступки наших воинов. Мы помним, мы гордимся, мы преклоняем колени. Создание монумента – благодарность от компании «Промикс» павшим воинам. А ныне здравствующих ветеранов поздравляет представитель фирмы Андрей Андреев. Я считаю, что эти люди сделали очень большое дело и в нашей стране, и вообще в мире. И я желаю им, всем, кто остался в живых, огромного-огромного здоровья, чтобы они как можно дольше сохраняли свое, так сказать, доброе здоровье, помогали нам помнить об этом, гордиться ими и помогать им. Я считаю, что их осталось настолько мало, что мы можем многое еще для них сделать, помочь и так далее. Поэтому я их поздравляю, желаю им огромного-огромного здоровья. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».